Так что в данном случае сила, скорость, координация и ритм – все это части значения ки. Продолжая тренироваться, вы станете более восприимчивым к тому, как ваш оппонент собирается вас атаковать, в каком направлении он собирается двигаться и где он сфокусирует свою силу. Можно сказать, что эта способность видеть, чувствовать энергию – это одна из главных целей тренировки. Углубляясь еще больше, мы видим, что ки – это одновременно и сущность Вселенной, и то, что ее контролирует. Достичь гармонии со Вселенной означает быть в равновесии. Я думаю, что в первую очередь любое боевое искусство должно изучаться в какой-то школе, в которой есть свои традиции, в которой есть свои какие-то принципы заложенные. И эти традиции и принципы должны предварять в жизни, значит, какой-то костяк людей, значит, единомышленников, которые будут составлять вот ядро школы. Павел, а в чем для тебя состоит суть понятия школа? Ну, понятие школа для меня это в первую очередь именно взаимоотношения между как бы членами этой школы, внутренние взаимоотношения в первую очередь. То есть это не просто тренировки и занятия как бы физкультурой одной, а именно единые по духу люди выполняют какую-то задачу по развитию вот той структуры, в которой они изучают тот или иной вид боевых искусств. И на каких нравственных принципах должна основываться такая школа? Этот ответ как бы в твоем вопросе. Эта школа должна основываться на нравственных, этических столбах. И как бы мне не нужно учить других людей вопросам нравственности, потому что это заложено как бы в каждом человеке, и каждый видит ответ на этот вопрос по-своему. Кто-то просто изучает приемы, кто-то, изучив базу, начинает изучать принципы айкидо физически. И когда человек уже долго занимается, изучил и базу, и много практикуется в принципах, ему как бы интересно становится именно философия айкидо, то есть философия самосовершенствования не только физически, но и духа. Умение владеть своим телом, применять эти приемы, используя энергетику соперника, это, конечно, на это очень много времени, но это и есть цель. Айкидо постоянно меняет мой внутренний мир, ну, скажем так, не меняет, а, по-моему, приводит его к оптимальному состоянию. Это постоянное внутреннее спокойствие и доброта к людям. Для меня, наверное, высший смысл – это поддержание здоровья, поддержание равновесия какого-то душевного в теле и в душе. Ну и как бы я понимаю, что достигнуть вершины очень трудно, но тем не менее, значит, ну, по крайней мере, приблизиться к пониманию вот самой сути. Вот и, конечно, не довести, допустим, как бы технику даже до автоматизма, но хотя это тоже как бы не второстепенно, а просто чтобы была гармония, наверное, с обществом. Тоже немаловажно. Здесь уже у нас как маленькая семья, можно сказать, что так. Ну, смысл айкидо, это, наверное, сказал Морихей Усиба, что айкидо служит инструментом для создания одной единой общей семьи. Все многообразие восприятий айкидо начинается с изучения основ, техники айкидо, которую, к сожалению, нельзя в должном объеме показать в одной передаче. Профессор же Уосиба, утверждая, что в айкидо нет определенных форм и определенного стиля, сравнивал секрет своего учения с загадкой мироздания. Он не признавал спортивного айкидо и требовал от учеников прежде всего глубинного самопознания. Наследие Уосиба и поныне живет в триединой сущности воинских искусств
Сингиттай, где качества духовные и телесные сливаются в техническом совершенстве. Кто-то из деревни сказал, весь мир у тебя в голове, и какой ты там наведешь порядок, какие ты добрые мысли туда устроишь, такой из тебя получится человек. А если у тебя очень много негативного, если у тебя дурные мысли, и замыслы, и помыслы, такой ты человек и получился. И здесь встает одна из первоочередных проблем, навести порядок у себя в голове. Хотя бы для начала только порядок, и чем раньше, тем лучше. И вот этого я и начинаю, с этого я начинаю обучение всех своих ребят. В детстве все мы успеваем приобрести множество негативных комплексов, комплексов страха, неуверенности в себе, комплексов обиды, боязни и других. И в сознательной жизни, то есть к годам к 6-7, мы уже все сформировались. И уже идем, шагаем с грузом вредных привычек. Все это мешает стремлению быть первым, стремлению духа. А каждый человек рожден быть первым. При рождении в каждом человечке есть дух, дух соперничества, дух быть первым. И когда вот эти негативные комплексы, зажимы психологические, ты набираешь этот груз, то, естественно, стремление быть первым, оно гасится. А в свою очередь это влияет на то, что как человек, как мужчина, в широком смысле слова, ты не состоишься. Я вот начинаю, ребят, свое обучение начинаю, становление мужчины с тренировки духа, с освобождения его от негативных комплексов, от комплексов боязни, страха, неуверенности, обиды. Только освободившись от этих комплексов, человек сможет полностью раскрыться. Я помогаю человеку, маленькому человечку, освободившись от этого, испить сладкое, пьянящее чувство своей силы, чувство победы. А это ни с чем не сравнимое чувство. Когда если однажды человечек маленький испьет, так почувствует такое, испытает такое чувство, чувство собственного достоинства, чувство силы, чувство уверенности в себе, то я уверен, он никогда в жизни потом не променяет вот это, вот эту свою работу, вот это чувство не поменять ни на какой самый сладкий наркотик. Тайский бокс – это один из самых зрелищных и ударных единоборств, жестких. Ну, особенно развит он, конечно, в Юго-Восточной Азии. Ну, вот многие, кто не разбирается, смотрят тайский бокс и думают, ну-ка, это примитивная драка. Хотя в тайском боксе тоже есть свои своеобразные направления, своеобразные школы. Чем отличается он от остальных видов единоборств, в том же кикбоксинге или в карате, там, где есть какие-то ограничения, стереотипа такого нету. Допустим, нету удара локтя или удара колена. И человек не способен это развить, то есть надо на это тратить время. А в тайском боксе все это расписано, и люди, они находят полный обзор приемов, проходят там, где элементы борьбы, элементы захвата, и поэтому он готов практически участвовать по любым правилам, потому что они практически могут участвовать на любой дистанции. Ближний бой, дальний бой, средний бой, против боксера, против борца. То есть для них не играет роли подготовка спортсмена. То есть они не испугаются ударов ногами тхэквондиста, не испугаются ударов боксера хороших поставленных, не испугаются захватов борца, потому что элементы этих всех видов единоборств в обязательном порядке они проходят на тренировках. Это любительское, профессиональное. Ну, профессиональном
В виде спорта там практически все удары разрешены. Локтями, коленями, ногами, руками и минимум экипировки. И он коммерческий вид спорта, то есть там в основном зарабатывают большие деньги, работает тотализатор. Ну а любительский спорт, он, конечно, предохраняет спортсменов от травм. Естественно, там специальная экипировка защитная есть. Перчатки уже более объемные, специальные жилеты защитные, накладки на ноги. Удары, тем более, решены все. Удары по ногам, по стопам. Даже если проходит удар в пах, практически партнеру считают нокдаун или нокаут, если он не выдержал. А так практически все удары локтями.